тайм-менеджмент богатства. И как же нам с вами, дорогие мои, все успевать? Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Как же нам, дорогие мои, все успеть? И заняться хозяйством, и саморазвитием, и посмотреть позитивные мотивирующие ролики на Ютубе. Как все успеть, когда очень много нужно сделать? Сейчас как раз я смотрю тайм-менеджмент богатства, ролик на Ютубе Натальи Борисовны Правдиной. Занимаюсь такими хозяйственными делами. Вот также готовлю себе завтрак. В процессе приготовления техники исполнения желаний. А я вам скажу почему. Потому что моя основная тема, любимая тема, которую я постоянно всем рассказываю, это тема исполнения желаний. Она напрямую и очень тесно связана именно с тайм-менеджментом. Удивлены, а тем не менее удивляться здесь абсолютно нечему. Потому что сейчас и сегодня я вам степ-бай-степ, опять-таки английское выражение, да, шаг за шагом, расскажу о том, как же нам исполнять свои желания, подключая сюда самые, скажем так, современные достижения в области тайм-менеджмента и в области управления вообще собой, да? И давайте мы разделим нашу встречу на два вот таких, даже на три кита. Первый кит у нас будет исполнение желаний, второй будет у нас тайм-менеджмент. Третий кит у нас будет, я постараюсь ответить на ваши вопросы, насколько хватит у нас времени на это. И, как я вам уже обещала, я всегда в конце даю что-то вкусненькое, то, что все очень любят, дополнительные слова-пароли, и у меня есть... Ох, да, Наталья Борисовна, мы любим очень такое вкусненькое, и ваши видео с удовольствием смотрим. Ох, какая погода, какая шикарная погода в Петербурге, особенно утром. Ох, шикарная, шикарная погода в Петербурге. Вот, у нас же с вами не одна минуточка проходит даром. Так что вот, белье в машинке стирается, и вишенка жарится. Здесь готовлю завтрак. И в это же время слушаю тайм-менеджмент богатства Натальи Борисовны Правдиной. Так что вот, буду с вами обсуждать эту тему. Так что очень, очень актуально, как все успеть, а нужно очень много. Еще нужно
по хозяйству, столько мне здесь уборки, как говорится, сделать, так скажем, в моей квартире волшебной. Так что, чтобы был порядок, красота, чистота, также заснять мои красивые видео, а также помыть посуду, в общем, приготовить себе еду. Так что вот, постирать одежду, все это развесить, посушить, навести красоту. Так что вот, ну и также заснимать мои как бы видеоролики, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. Эти кошечки хорошие, девочки, гуляют. Кто-то сигары курит. Кто тут курит сигары? Ох, этот миллиардер. Мы с вами обсудим эту тему миллиардера. Ох, этот миллиардер.